отправляемся сейчас в теплицу. Посадим сейчас вот этот вот лучок по краям. И редиску начну. Не всю, конечно, но для тестирования по чуть-чуть всех. Ну что, это вот наша огуречная теплица. Сюда сейчас мы будем сеять, вернее, сейчас я буду сеять сюда редиску. Приготовила биохумус качественный, хороший от Агроверм. Я заказывала. Так что сейчас хочу перекопать немножечко, небольшой квадрат вот здесь вот земли, добавить биогумуса и посеять свою редиску.